Всем привет, дорогие друзья и обычные любители страшных и необычных игр. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием There is nothing here, либо же переводится как «Здесь никого нету». Погнали, значит, менюшка довольно-таки интересно выглядит. Так, вот мы и начали играть, типа. Мы находимся в доме. Так, и нам телек показывает, типа, иди туда. Ну хорошо, погнали. Так, записан. Так. Это реально новое наслаждение в апартаментах. Все прибрано, и чего-то тут в комнатах есть Wi-Fi. Типа хороший Wi-Fi. Короче, хороший старт, начать все сначала и так далее. Ну, окей. Погнали. Так. Так, можешь зайти в ванную. Эх, главный герой не отражается. Так, да, топот, конечно, у тебя жесткий. Как будто слоны прошлись. Так, о, смотри, маска Джейсона. Так, ну вот стул, конечно, бабушкин. Стульчик, конечно, у тебя здесь бабушкин стоит. Ну да ладно, погнали. Так. Так, main menu, в смысле? Чего? Стоп. Это какой-то прикол? Опа, погоди-ка, стоп, картина вроде не... Картина вроде не была. Косая, и тут, смотри, все по-другому стоит. Так, может, что-то в записках? Кстати, а интересная идея, то есть, понимаешь, ну вот кто-то подумает, ай, все, игра пройдена, а оказывается нет, оказывается тут что-то изменилось. Так, тут стучит, ну заходите, давай погнали, сейчас зайдем. Так, что тут? Так, что-то все перевернуто, ну да ладно, может у тебя была гулянка, главный герой. Стоп. А почему тут открыта дверь? Сейчас, подожди, давай. Я туда сейчас приду, подожди. Нужно проверить вот эти комнаты. Так, пока все не очень понятно. Ладно, давай пройдемся туда. Так, что здесь? Я почему-то туда не могу выйти. То есть там тупик. Ладно, хорошо, у нас один путь двигаться вот к той странной двери. Так. Поехали. Опа, смотри, сменился фон. Так, поехали дальше. Черт. Картины уже нет, и нас уже встречают какие-то трещины. Царапины, как будто здесь пробежался леопард, либо тигр. Так, отпечаток. Так, заходи в ванную, типа. Что это должно быть? Опа! Так. Стоп, 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 стоп! Найди ключ. А, во, есть. О! Черт, ты еще кто? Приветик. Так, давай-ка не пугай меня. Опа! Опа! Стоп, 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 стоп! Вы чё, двигаетесь? Так, вот... Вот такие у нас уже фишки были в разных инди-хоррорах. Я такое не люблю. Слышите, я такое не люблю. Чё за манекены? Так, поехали. Чёрт, не нравится мне все это. Так... Так, на финише, типа, окей. Черт. Блин, что, в подвал? Обязательно спускаться в подвал? Опа. Так, спокойно. Никто там... Так, ключ. Так, я ожидаю какой-то выпад. Какие-то манекены бродят. Так, хорошо, спокойно.
Найди ключ. Окей, подожди. А где я тебе ключ возьму? Наверное, он тут должен лежать. Стоп, где лежит этот чертов ключ? Что? Черт! Черт! Черт, 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 черт! Подожди! Че так громко? О боже! Ух ты! Блин! Иди ты к черту! Так, не смей за мной двигаться. Какой-то странный там, реально. Монстры похожи на каких-то роботов. Аниматроников. Черт подери. Так, хорошо, поднимаемся. Скорее всего, там лежит ключ. Так. 666. Че тут такое? Мать его, может здесь ключ какой-то? Стоп. Что за чушь тут происходит, боже? Ядрёна мать. Все, я отсюда сваливаю. Мне это ничего не нравится, боже. Так. Чё, только для обслуживания? Окей. Так. Опа, это место из менюшки. Нормалёк. Ё-моё. Так, спокойно. Спокойно, игра. Блин, я сейчас ожидаю, что на меня кто-то набросится из этой темноты. Возможно. Так. Черт, у меня такое долбанутое чувство, что мне все время нужно. Сука! Боже! Ух! О, боже мой! Это было прикольно! Спасибо, что поиграли. Игрушка There is not here. Да, сделана на Unity. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. На этом все. Прошли мы данный инди-проект, я тебе скажу, вот знаешь, вот короткий инди-проект, но довольно-таки очень интересно, то есть задумка прикольная, то есть какие-то аниматроники, что-то вот такое вот берет тут атмосферой, ну знаешь, вот такое чувство всегда в этой игре возникает, что время, все время хочется оборачиваться назад, потому что мало ли там за тобой этот манекен будет идти. Как-то так, значит, довольно-таки интересный инди-хоррор. Спасибо за просмотр, котики. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи и всем бай-бай.